Иисус призывал апостолов изгонять злых духов. Он сказал, злых духов изгоняйте. Или же многое может молитва праведного. Или же имеем историю об апостоле Павле, когда тот находился в тюрьме, и его братья молились за него, они собрались вместе, и у него упали оковы, и он освободился из тюрьмы. Ангел ему сказал, выходи из тюрьмы. То есть, что независимо от того, какая ситуация в жизни у нас происходит, мы можем молиться, и Бог будет давать, во-первых, освобождение от злого духа, который может иметь влияние на нашу жизнь, но также может давать исцеление и разные другие вещи, о которых мы можем просить. И в этом мы имеем право быть настоящими, потому что если мы посмотрим на псалмы Давида, он был там абсолютно разным. Он иногда говорил Богу, а почему так? А что происходит? Я возмущен. Иногда он радовался, иногда он говорил то, что искренне лежит на сердце. И это то, что есть в нашей жизни, мы можем приносить Богу и тоже славить Его через вот такое доверие,